Наладить связи с Уралом. Сегодня Караганду посетила делегация предпринимателей из Свердловской области. Представители крупных компаний и органов власти рассказали о предприятиях региона. Делегация из России провела в Караганде весь день. Знакомство с регионом началось с официальной встречи. Гости из Свердловской области представили 11 своих предприятий, которые работают по всем крупным промышленным направлениям. Сегодня в составе делегации представлены предприятия машиностроительного комплекса, металлургического, науки, проектировочные институты, предприятия, работающие на железнодорожный транспорт и на систему железной дороги. Это компании, представляющие интересные решения в части современных IT-технологий, как раз для тех направлений, которые составляют структуру промышленности Казахстана. Карагандинская область всегда привлекала инвесторов. Только за прошлый год в регион инвестировали более 2 миллиардов долларов. С каждым годом процент растет. Поэтому сотрудничество с крупными российскими компаниями очень важно. Тем более у Свердловской и Карагандинской областей много общего. Абсолютно идентичны в плане структуры промышленности, в плане научного, инновационного потенциала. То есть у нас очень много общего. Я надеюсь, что сегодняшняя биржа бизнес-контактов, она подтвердит те возможности совместного сотрудничества, которые есть у Карагандинской и Свердловской областей. Организаторы планируют в скором времени провести подобную встречу с участием казахстанских предпринимателей на российской земле. Цель таких визитов – расширить торгово-экономические связи между местными и уральскими предприятиями. Кроме того, каждый член нашей делегации привез с собой в Казахстан конкретные идеи и проекты, и я уверен, что по результатам сегодняшнего общения мы найдем новые точки соприкосновения. Гости не только приняли участие в двусторонних встречах с предпринимателями региона, но и посетили национальную компанию СПК «Сыры-Арка» и свободную экономическую зону «Сыры-Арка». Всего во встрече участие приняли более 40 предприятий Карагандинской области. Виктория Мурзинцева, РГНОМР, Артем Ковалев, 5 канал.